Неразрешимых проблем быть не должно. В сельском доме культуры деревни Арнеево в формате выездной администрации прошел прием жителей по личным вопросам. За 2 часа глава округа, его заместители, представители структурных подразделений приняли более 40 человек. Мы каждый день застреваем. У нас надо в ясли везти, надо в школу везти. Скорая к нам даже не может приехать. Разбили страшную дорогу. Один из самых больных для сельской местности вопрос – дороги. Вот так выглядят непогоду улиц Лесная, Полевая и некоторые другие в Арнеево. Жалуются на дороги жители соседних деревень Петрухина, Мартьянова, Всходы. Я отписал заместителя, который курирует у нас дороги, это руководитель. Он на место выйдет, посмотрит. Общение с главой у жителей было продолжительным, каждый был услышан. У людей появилась надежда, что перемены на их малой родине будут. Мы довольны, что нас принял сам глава. В ближайшее время приедут, выйдут, посмотрят. Очень нам понравилось, что нас лично приняли, выслушали. Вот. Удачи. Будем ждать, да. За 2 часа работы выездной администрации заместители и представители структурных подразделений приняли более 40 человек. В формате живого общения жители смогли задать беспокоящие их вопросы. От состояния крыш в старых многоэтажках, проблем с освещением на автобусной остановке до ремонта сельского клуба. В этом году, то, что сразу я готов сказать, мы поправим кровлю на Доме культуры, потому что с 2003 года это крайний раз, когда здесь проводилось вообще какие-то либо ремонты. Мы, конечно, будем смотреть, что мы в состоянии, финансы нам позволят, какие дополнительные работы в Доме культуры провести с учетом того его востребованности как местного населения, а также близлежащих сельских поселений, количество тех людей, которые сюда приходят и занимаются. Поэтому будем стараться, одной кровли не ограничиться. Все обращения, поступившие в рамках работы выездной администрации, взяты на контроль. Подобные встречи будут проводиться регулярно во всех населенных пунктах округа.